Мы отправляемся в мир толстых, незамужных теток с комплексами. Дневник Бриджит Джонс – это легенда уже, как сказал один актер. Дневник Бриджит Джонс. Одинокая журналистка из Лондона решает изменить свою жизнь. Культовое кино открывает эру человеческих ромкомов. Да, было время, когда ромкомы прямо один за одним рулили, но сейчас прошло их время. Сейчас пора бы уже жесткого, чего-то хорошего, мощного, да пацанского. Но тем не менее, такие фильмы мы смотрим с душой. Брит Джонс. И, кстати, третья часть есть на канале. Давайте все-таки посмотрим вторую и уже дополним нашу коллекцию. Это, кстати, на секундочку, Град Ревьюв. Летний вайб, если вы не забыли, что уже второй месяц лета. Отдыхаем. Образ жизни Бриджит Джонс опасен для вашего здоровья. И выступает режиссером этой картины Шэрон Магуайр. Все девки, женщины от молодого до взрослого поколения обожают этот фильм. Почти обожают. Рене Зельвегер в главной роли. Она, кстати, потолстела для этой роли. Обалдеть. Колин Фьорд, Хью Грант, Джим Бромбент, Джемма Джонс, Селия Эмри и другие актеры. Ну что, цифры, как бюджет 25 миллионов. Бакинск забрал США на 71 миллион, сборы в мире 281 миллион. Ой-ой-ой. Цифры огромнейшие. Зрителей в Америке только 12 миллионов. Премьера в России была 11 июля 2019. Вау, как мы угадали четко. От East West. Премьера в мире 4 апреля 2001, ну а был релиз на DVD 18 апреля 2006 от той же Universal Pictures. Внимание, Рус, именно. И, к сожалению, только номинация на Золотой Глобус, лучший фильм. Комедия или мюзикл, лучшая женская роль, комедия или мюзикл. Час 37, да, такой... мелодрамы все-таки. Бриджит Джонс заводит дневник, чтобы описывать свои достижения. Кстати, кто-нибудь сейчас ведет дневник? Что я спрашиваю? Что я спрашиваю, Грэд? Кому ты задаешь вопрос, как говорится? Ну, это зачастую закомплексованные люди такие. Хотя не всегда это работает по психологии. И даже люди такие с характером ведут свои дневники. Но тем не менее. Она записывает свои достижения и победы. Как она будет избавляться от лишних килограммов и вредных привычек, а также налаживать личную жизнь. Родители хотят сосватать ее за сына соседей, скромника Марка. А Бридж без ума от своего неотразимого начальника Дэниела, который пёхается с другой или другими. Неожиданно выбор оказывается совсем непростым. 8 баллов, да, да. Третья часть есть на канале. Обязательно вернемся ко второй и посмотрим. Мы в воспоминаниях удивительной тетки Бриджит Джонс 2001 года и ее дневника. С вас лайки, подписки на канал Играет Ревью в Яндекс.Дзен. Помощь, которой будем очень признательны. Иногда такое кино можно посмотреть для интереса, почему бы нет? Или вспомнить, пересмотреть. Welcome back!